Здравия желаю, уважаемые подписчики. Продолжаем опыты. Значит, попробовал сегодня колесо-маховик, мотор-маховик вечный. Попробовал на переменный ток. То есть это шим, вот спрашивали ребята, есть ли шим на переменный. Вот он, шим переменного тока. Видите? Оказывается, неплохо. Скорость еще, видите, увеличилась. То есть несется очень быстро. И также потребления также нету на этом. Видите? Это на этом показывает, что нет потребления. А также сейчас проверим на электронном, ребята. Сейчас свет включу. А на электронном еще похлеще, видите, ребята? Обратный ток у него 176. То есть на переменке еще лучше. 176, 175. Она, видите, на переменке меняется. 174, 175, 174, 175, 174, 175, 179, 177. 173, 174. Ну, в среднем, в общем, 175. 175 в среднем, да? Сейчас запишем. Частота даже 50 Гц. Общий ток системы. Вот амперы, о чем говорил Олег. 0,75 ампер. Дальше. Напряжение 235. Так. Активное 16,8. 17. 17,2, 16,9. Ну, в общем, в среднем 17 ватт. И реактивный, видите, 177. 177,9, 178. 170. В общем, в среднем 177. В среднем 177. То есть, ребята, вот она, система работает, видите, довольно быстро. Довольно быстро. Это уже на шиме переменном, что я пробовал на постоянном. На переменном ничуть не хуже. Даже быстрее, наверное, раза в два. И какой результат замеров? Значит, на индукционном счетчике он просто стоит, ничего не показывает. А электронный показывает 177 реактивная энергия. А активная 17. Давайте, значит, сделаем замеры. 235.
напряжение помножим на 0,75, это общий ток системы. 176,25. Видите? А у нас реактивка 176. То есть одно и то же. То есть у нас тоже потребления нету. А мы отдаем 177 ватт в сеть. В сеть отдаем, ребята. 177 ватт отдаем в сеть. Так что опыты надо продолжать. Еще, значит, поставить эту же систему. Это же колесо вечное. Поставим на аккумулятор и проверим там по замерам. Благодарю за внимание. Всем удачи и железного.